Губернатор инициировал новую меру соцподдержки в рамках программы догазификации Пензенской области. Она станет дополнением к соответствующему федеральному закону. В частности, президентская мера предполагает бесплатное подведение газа границам земельных участков домовладений. Новые же региональные преференции позволят оказать содействие малообеспеченным пензенцам, воспитывающим трех и более детей или ребенка-инвалида, а именно довести голубое топливо до жилых помещений. Сюда же будет включены покупка оборудования и его монтаж. У нас еще остается определенное количество населенных пунктов и домовладений, которые к газу не подключены. Это достаточно большое количество домовладений в сельской местности, которые нам предстоит газифицировать. У нас задача какая? В течение 2022 года до 31 декабря 2022 года эту работу завершить на территории Пензенской области. В 2021 году средняя стоимость договора под ключ на устройство сети газопотребления в границах земельного участка, включающего в себя и цену оборудования, составила 110 тысяч рублей. Для людей с небольшими доходами это заметные траты. Поэтому, по словам Олега Мельниченко, важно оказать им помощь. Обязательным условием для предоставления меры социальной поддержки будет являться постоянное проживание в доме, подлежащем подключению к голубому топливу, а также наличие права собственности на помещение. Инициатива главы региона будет рассмотрена на ближайшей сессии законодательного собрания Пензенской области.